Ненавижу сирены. Какие-то проблемы? Лежать! Это ограбление! Так, где у вас хранилище депозитов? Пошли! Мы не уйдем без гребаных денег! Где все бабки? Они внизу. Основные деньги там, в старом хранилище. Это частный сейф. Древний. Его нельзя открывать. Он проклят. Здесь что-то странное. Тут кто-то есть. Что ты знаешь? Не врешь. Отвечаешь коротко. Что там за хрень? Майкл! Ты где? Ходит легенда, что какая-то дьявольская сила охраняет деньги. И чем ближе ты к хранилищу, тем меньше человеческого в тебе остается. 30 лет назад грабители с заложниками укрылись там от полиции. Больше их никто не видел. Хватит! Заткнитесь! Ты подставил нас, ублюдок! Нет. Что за хрень мы выпустили? Что там в хранилище? Говори. Что-то не из этого мира. Что со мной происходит?